Друзья, всем привет! Это 6-й выпуск нашего видеоблога. И мы наконец отошли от заседания. Смотрите в этом выпуске. Привет. Нажали и пошли. Депутат Ющенко. 273. Почему 273? Не, ну подождите, это если я за вас проголосую, так выводы в положительную сторону. Вы будете трудоустроены. Спасибо. Как тебе здесь? Отлично вообще. Впечатлен. Итак, заседание молодежного парламента, день второй. Все представители 71 региона. Мы пригласили наших коллег из 6 стран. Я бы крайне осторожно относился к предложениям участию в майнинге криптовалюты, вообще вложениям в эту сферу бюджетных учреждений. Мы, Россия, за многополярный мир с главенствующей ролью ООН, которая доказала свою безальтернативность. Мы с помощью вашей, с помощью талантливой молодежи, которой мы гордимся, обречены на успех. Мы эффективно отработали на площадке евразийского диалога и как раз обсуждали возможность применения данной методики работы на площадке Межпарламентской ассамблеи СНГ. Именно от того, насколько вы критично осмысливаете ту или иную информацию и можете делать свой собственный гражданский выбор, зависит благополучие нашей страны. Молодежные парламентские структуры действительно были, продолжали и становились тем единственно верным проводником в формировании общественного мнения, обратной связи по исполнимости, эффективности и реализуемости законов, которые мы принимаем в государственной Думе. Мы приехали с разных регионов России, с разных уголков, у каждого есть своя история, есть чем похвастаться, гордиться, но при этом не у всех есть возможность это посмотреть. Внедрение понятия «молодежный туризм». Однако это открывает большие возможности для путешествия нас. Когда предприятие, которое нарушает, скажем так, правила и нормы производства и оборота этилового спирта, по суду лишается лицензии, для этого предприятия нет ограничений пойти на следующий день и снова подать все необходимые документы на получение этой же самой лицензии. Текстом законопроекта подразумевается двухгодичный тайм-аут в работе данных предприятий. То есть правило нарушил, суд признал тебя виновным. 2 года, скажем так, тайм-аут на производство этой... Привет, с вами рубрика в Инстаграм. Вот, например, депутат Евгений Ревенко каждый день на работу на метро ездит. Еще и бегает постоянно. Вот с таких депутатов нужно брать пример. Игорь Садко с таким энтузиазмом подошел к своему профилю в Инстаграм. Привет из Пермского края, я Игорь Садко, депутат Государственной Думы 7-го созыва. И сегодня мы проведем этот день вместе. Утренний заплыв в бассейне, лучший заряд энергии на целый день. А сейчас на заседание правления Совета муниципальных образований Пермского края. Спасибо, друзья. Посмотрите, даже у меня нет таких видео. Все подробно рассказал о своей работе, о своих хобби, о том, как проводит день. Очень интересно, я бы к нему даже обратилась за советом по монтажу. Молодежный парламент поддержал наши инициативы, и в ближайшее время они будут направлены в профильные комитеты Государственной Думы. В России отсутствует какое-либо государственное регулирование этой технологии, которые, тем не менее, на данный момент готовятся. Что касается блокчейна, у него очень большие перспективы. По сути своей, криптовалюта или биткоин – это чистая цифровая эмоция, которая не управляется никем. Соответственно, эмоция, она может быть радостной или может быть депрессивной. Идея заключается в том, чтобы к вам присоединились представители молодежных, студенческих, общественных организаций, представители молодежных организаций партий политических, представленных в Государственной Думе, чтобы, может быть, молодежный парламент при Государственной Думе насчитывал несколько сотен участников. Это уже стала законодательная одна инициатива ваша законом, она уже вступила в действие, это речь идет о поправке, которой был закреплен раздельный сбор мусора, введение мер по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору. Цифровая экономика, она... Вот все о ней говорят, но мало кто понимает, что это такое. Будем откровенны. Каждый из членов молодежного парламента сможет в своем регионе стать одним из лидеров именно по продвижению этой тематики. Ежедневно мы используем большое количество онлайн-сервисов, с помощью которых мы приобретаем билеты, бронируем гостиницы, пользуемся услугами такси. Сайт онлайн-сервиса использует системы анализа данных,
об устройствах, с которых произведен доступ. Сервисы могут выстраивать ценообразование индивидуально для каждого пользователя. Мы предлагаем следующую законодательную инициативу. Внесение такого понятия, как жилищный накопительный вклад для молодых семей в федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Данный механизм позволит предусмотреть возможности, когда материнский капитал, другие субсидии, которые предоставляются молодым семьям, смогут быть внесены в рамках этого вклада. Так что идею поддерживаю. Готов ее продвигать. В целях раннего выявления признаков детской агрессии, признаков экстремистского или противоправного поведения несовершеннолетних предлагается в обязательном порядке во всех образовательных организациях проводить социально-психологическое тестирование обучающихся. И задача, которую поставил президент, это поддержка интернет-предпринимателей. А размер фонда 6 миллиардов, а деньги не бюджетные. Осиный остров. А тут лисья гора. На опушке, лисья нора. Это переговорки. Это крутые переговорки. Очень классное здание. А, как будто ты зашел в Яндекс или в Google. Как тебе здесь? Отлично. Впечатлен. Мы 3 раза в год набираем, значит, эти 25-30 команд. Каждая команда получает инвестиции в размере 2,5 миллиона рублей. За эти инвестиции покупаем долю в 7%. Они приезжают на эту площадку на 3 месяца. Каждой команде дается так называемый трекер. Трекер — это такой тренер, довольно суровый. Его задача — заставлять довольно жестко и быстро бежать по нашей методике развития проекта. За 90 дней, вот, что ребята проводят здесь, проходит примерно 110-120 мастер-классов. За вот эти 3 месяца, которые они проводят здесь, они в среднем проходят путь, который в обычном режиме занимает от полутора до 2,5 лет. Саш, ну как тебе? Я поражен. Но не до конца. Да. Но это не точно. Друзья, креатив везде. Но это не точно. И Боярский. Ой, это мой любимый депутат. Красавчик, спортсмен, боксом занимается. А так говорит, готова его часами слушать. Поставлю пару лайков и зафоню. Депутат Ющенко. 273. Почему 273? Ну ладно. В общем, в любом случае, Ющенко молодец. Сфоткался с Дудем, в Инстаграм выставил, собрал 7 лайков, но выпуска мы так и не увидели. Депутатка Гогина. Какая же стильная женщина. Каково это быть иконой стиля в Государственной Думе? Туфли у нее вообще бомба. Знаете, я бы к ней обратилась за советом, узнала, где она одевается. Не подмешала. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, ставьте лайки. Если не понравился, все равно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!